Что такое воркаут? Что такое воркаут? В переводе с английского языка это просто тренировка. Но в переводе с русского языка это возможность тренироваться на улице города абсолютно бесплатно. Сегодня каждый представитель молодежи может выйти на улицу и привести себя в превосходную физическую форму. Чемпионат мира по воркауту. Москва, 2015. Лужники. Трибуны у нас переполнены. Эй, дай пять, дружище. Вот так вот можно почувствовать себя настоящим спортсменом воркаута. Попрыгал, уже все, потренировался со свободным весом. Участники соревнований на брусьях, на турниках, на горизонтальных лестницах готовятся, разминаются. Как вы видите, посмотрите, покажите нам, пожалуйста, что происходит. Совершенно как это возможно делать? А вы откуда? Из Америки. Из Америки приехали? То есть сегодня представляете Америку? Да. Как зовут вас? Джессика. Джессика. Скажите, как долго вы занимаетесь воркаутом? Один год. Один год? Но вот каких результатов можно достигнуть за один год человека, который никогда не занимался воркаутом, и через год он становится вот таким, как вы? Я не знаю. Я думаю, что любой человек может это сделать. Надо главное, если вы хотите, если вам нравится, значит, работайте. Давайте. Говорим с кем-нибудь еще. Ну, на самом деле, я тоже поподтягивался. Поднимите руки, воздух, кто уже готов. What's your name? Marwan Ben Musa. Yeah, where are you from? From Tunisia. How long you are in workout? For 1 year and 3 months, 5 months, 5 months. 1 year and 5 months. Today it is your first championship. Yeah, it's my first championship. I am very excited. 5 minutes before the start. Готов к труду, готов к обороне. Олимпиада Сочи нас не догонит. Главная битва впереди, будет нелегко. Еще до старта далеко.